Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о российских командах, выступающих в Еврокубках, и сосредоточимся на «Зените», которому завтра предстоит очень важный матч против испанского «Бетиса». И вот в преддверии этого противостояния я решил собрать самые интересные комментарии испанских фанатов. Болельщиков «Бетиса», болельщиков других команд, которые следят за Лигой Европы. Давайте узнаем, что они думают о грядущем матче против «Зенита» за примерно 24 часа до стартового свистка этой самой игры. Что они думают за день до битвы? Давайте узнаем. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комменты на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор – компания BaldBet, и она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте BaldBet, а также введете промокод, в который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус – 3 бесплатные ставки. Дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Туро Гутьеррес написал: «У меня плохое предчувствие. Слишком много потерь в составе. Перед таким важным матчем мы должны выглядеть оптимально, а мы потеряли несколько ведущих исполнителей. Команда может не показать своей лучшей игры, тем более, когда мы действуем на выезде в Санкт-Петербурге. У меня очень плохие предчувствия». Ну, хотелось бы отметить, что у «Бетиса» реально есть проблемы. Скорее всего, матч пропустят Каналес и Фекир. Это футболисты, которые исполняют роль такого, знаете, мозгового центра игры «Бетиса», поэтому здесь зеленым будет непросто. Впрочем, Дэмиен Гомес в ответ написал следующее. «Зенит не провел ни одного официального матча в этом году. Они потеряли лучшего бомбардира, который уехал в Байер. Думаю, что сейчас у «Зенита» проблем еще больше, чем у нас». Ну, проблем хватает, с другой стороны, потери «Бетиса», они дают нам определенную надежду на успешный результат первой встречи. Карлос Диас: «В первой игре мы можем сделать ставку на более осторожный футбол и заставить соперника рисковать. В ответном матче дома можно будет действовать смелее. Там как раз и восстановятся травмированные игроки». Но это в тему всей этой беседы касательно потери «Бетиса». Ну, посмотрим. В ответке, конечно, придется тяжело, потому что в Андалусии, на юге Испании, вообще очень тяжело играть. Так что «Зенит» ждет тяжелые испытания. Хуан Антонио Перес: «Мануэль Пеллегрини знает, как обыгрывать этот самый «Зенит». Его «Малага» уничтожила этот русский коллектив. И это при том, что «Малага» была на грани банкротства. Теперь Пеллегрини нужно повторить это, но уже с другим коллективом из Андалусии – «Бетисом». Ну, мы помним те матчи «Зенита» и «Малаги». Это как раз был момент, когда «Зенит» мощно закупился суперзвездами, вроде Халка и Вицеля, а «Малага» усилиями молодого таланта Иско очень здорово ответила на это все. Давид Сото: «Меня напрягала погода в России, очень напрягала. Особенно если учесть, что речь идет о Санкт-Петербурге, который находится на севере России. Но теперь я понимаю, что бояться нечего. Там закрытый стадион, и погода не скажется на ходе игры». Ну, так оно и есть, поэтому волноваться касательно погодных условий не стоит. К тому же в России в последнее время потеплело. Антонио Лопес: «Мне кажется, мы должны побеждать. Зенит – серьезный коллектив, но Бетис сейчас очень хорош. Я посмотрел обзор матчей Зенита в Лиге чемпионов. Команда играет осторожно и делает ставку на бразильцев в атаке. Очень важно выключить из игры Малкома, тогда Зенит будет уже не так опасен». Ну, не Малкомом единым богат сейчас «Зенит», есть кому сыграть и кроме него. Хосе Пабло Техада написал: «Я не сомневаюсь в нашей победе, мы набрали отличный ход. «Зенит» же будет проводить первую игру после зимнего перерыва. Мы их вынесем даже в первом матче на выезде, а уж дома мы забьем еще больше». Ну, какое-то шапкозакидательство прямо от испанцев. Ну и Хуан Карлос, получается, полный тезка короля Испании, пишет следующее. «Давненько я не ждал такого принципиального матча. Мы впервые сыграем в плей-офф европейских турниров за долгое время, а это очень здорово. И тут еще и соперник интересный – «Зенит» с кучей бразильских талантов. Будет
битва. Ну что ж, посмотрим, кто выйдет победителем в этой битве. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!